Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим с вами кокосовое печенье в духовке. Основной компонент этого лакомства – кокосовая стружка. Так что это простое печенье не только очень вкусное, но и полезное, так как содержит витамины, микроэлементы и клетчатку. Яйца разобьем в удобную для взбивания посуду. Добавим соль и взобьем миксером. Добавим сахарную пудру и продолжим взбивание до небольшого загустения. Высыпем кокосовую стружку и перемешаем ложкой. Теперь добавим немного муки, ванилин и разрыхлитель. Хорошенько перемешаем. Наша кокосовая смесь готова. Берем чайной ложкой небольшое количество. Формируем в руках шарик. И выкладываем на противень, застеленный промасленной бумагой для выпечки. Противень отправляем в духовку выпекаться при температуре 180 градусов 20-25 минут до румяного вида. Наше печенье с кокосовой стружкой готово. Можно подавать к столу. Такая домашняя выпечка остается вкусной и на следующий день. Приятного аппетита! Спасибо за внимание! Надеюсь, что наше видео было вам полезно. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.